Тримерная головка HT21. Чтобы ее разобрать, не нужно ничего поворачивать. Вот здесь написано Push to open, то есть нажмите, чтобы открыть. И нажимать надо вот напротив вот этого выреза. Они с двух сторон одновременно. То есть просто берем вот так, напротив этих вырезов, нажимаем, все, и она открылась. Предварительно я рекомендую на будущее, тут уже стоят метки для совмещения, но эта метка очень тоненькая, стрелочка, и она от времени, естественно, сотрется, и вы потом будете думать, как же она закрывается или открывается. И поэтому вот я вот сделал здесь напильником вот такую насечечку. Вот она, насечка. Такую же насечку я сделал и напротив второго паза. То есть, когда вы будете на поле косить, вам надо просто будет совместить эти две насечки и закрыть.